Конкурс собрал больше трех десятков гармонистов не только из столицы Мордовии, но и ближайших районов. Событие, которого без преувеличения многие ждали целый год. Вряд ли есть другой инструмент, настолько родной и близкий российской душе. Кажется, что эту музыку можно слушать часами, а сердце просит еще и еще. Играй, гармонь! И чтобы играть хорошо, чтобы вот на этой руке была мозоль, тогда только будешь играть хорошо. И чтобы клавиши всегда блестели от пальцев. Состязание на сцене РДК собрало не только играющих, но и пляшущих и поющих. Ведь хорошая гармошка никогда не обходится без веселой частушки. Дед забрался в интернет, и чего там только нет. Встретил там нахальную, бабку вертикальную. Гармонь, она звонкая, очень насыщенный звук. И очень радуется душа, когда играешь. Произведение каждый автор выбирал сам, поэтому конкурсанты порадовали публику огромным разнообразием музыки, веселой и серьезной, соло, дуэтами, хоровым пением, попурри и многим другим. Лучших гармонистов мы теперь сможем увидеть на республиканском фестивале, который пройдет в Саранске 22 февраля. Играй гармонь! Николай Кучканов, Александр Можанов, Вести Мордовия.